Всем привет! В этом видео я вам покажу фармы для новичков в BuildABot. Сейчас мы кратко посмотрим все эти три способа, а потом я вам покажу туториал. Все эти фармы не используют для себя рулетки, отвертки. На этих фармах фармил я, когда у меня еще не было золота. А сейчас... Нажимаем на плюсик, отключаем заморозить блок, ставим блок масла и рядом с ним ставим 4 блока льда. Теперь сверху ставим шарнир. И вот наш фарм готов. Теперь сохраняем его в любой слот. Встаем на него по центру шарнира и ставим внутрь себя 2 масла. Нижние убираем и мы можем летать. И теперь таким образом летим до конца. Когда мы прилетели в последний уровень, нам нужно сбросить высоту вот таким вот образом. Теперь кликаем по нижнему маслу и падаем вниз. Без заморозки блока ставим масло. На него ставим перевернутую дверь, что совершенно нормально. И ровно по центру двери ставим шарнир. Сохраняем, потом встаем на этот шарнир и ставим 2 блока масла. Убираем нижний и можем лететь. Ой, что это со мной случилось? Это баг один раз в миллион раз бывает. Так, сейчас все, вернулся. Такое очень редко бывает. И сейчас я лечу в конец. Совершаем очень гладкую посадку. Приземлился довольно мягко. О, привет, сундук! Как ты тут так быстро оказался? Да ничего особенного, я просто снимаю видео, как пофармить новичкам. А, ну понятно. На этот раз включаем заморозить блок. Ставим стульчик, садимся на него и внутрь себя ставим тортик. Вот таким вот образом. Теперь сверху ставим блок льда. Можно использовать любой другой блок. Там ставим красный ускоритель. И рядышком ставим 4 шарика. Вокруг блока. Ну, у меня тут пассажир, который очень хочет со мной покататься, поэтому я ему поставлю стульчик. И сохраняем. Теперь я вам покажу запуск. Когда вы будете загружать, надо будет удалить тортик и поставить его заново. Только не вот так сверху на блок, а с персонажа. Теперь сначала мы удаляем стульчик, а потом включаем воду. Потому что у меня нет отвертки. Ну, сегодня видео без отвертки. У меня есть отвертка, но у меня ее нету. Включаем воду. Теперь нам нужно активировать 4 шарика, пока мы не утонули. Готово. Теперь нужно прыгнуть. И мы поднимаемся в небо. Теперь включаем красный ускоритель, и мы можем управлять направлением. Если хотите получить прям очень много золота, то можете так на уровнях останавливаться. Но лучше просто пролететь, а то у вас бензин кончится. Теперь очень мощно стукаемся, отключаем турбину и оставляем только один шарик. И мы очень быстро спускаемся вниз. Теперь мы включаем ускоритель, прыгаем. А, у меня ускоритель догорел. Теперь просто бежим. Так, соревнование века. Кто же из нас заберет сундук первым? Нет, 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 я по
поздно слишком побежал. Вот и звук. Я проиграл. На этом наш ролик подходит к концу. Если он вам понравился, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, и поставьте лайк прямо сейчас. Всем пока-пока!